На виадуке около 23-го километра Ленинградского шоссе оживление. Рабочие, вооружившись инструментами и лестницами, начали разбирать металлические рекламные конструкции, установленные незаконно. Каждый элемент весит около 30 килограммов, так что на помощь уже подоспел подъемный кран. Решение о демонтаже приняли после обращения химчан на портале «Добродел» с просьбой проверить законность рекламы на мосту. Подозрения бдительных граждан оказались не напрасными. Было выявлено нарушение порядка установки рекламной конструкции. В соответствии с этим документы были аннулированы, разрешительная документация. И в настоящий момент в принудительном порядке мы производим демонтаж. Пока рабочие снимают только те щиты, которые расположены по краям. Чтобы демонтировать центральные секции, нужно еще получить разрешение от ГАИ на ограничение движения автомобилей по Ленинградскому шоссе. Проводить такие работы над оживленной трассой опасно. Демонтированные щиты отправляют на склад. Может быть, владельцы решат забрать свою собственность и разместить новую рекламу уже на законных основаниях.